Кубок Республики Башкортостан. Предпоследний матч в рамках этого турнира. Сегодня «Адмирал» играет днем с новокузнецким «Металлургом». А вот и выход один на один. Практически гол, друзья. И это Сигарев, о котором только что ваш покорный слуга сказал. Ну вот, разродились наконец-то команды. Казалось бы, 4 минуты «Металлург» вытерпел в меньшинстве, без вопросов, хорошо оборонялись. И тут такая ошибка на синей линии, что два или сколько там, три хоккеиста не смогли догнать Сигарева. Вот мы видим, пожалуйста, здесь. Самый спортивный региональный телеканал России продолжает трансляцию матча в рамках турнира на Кубок Республики Башкортостан по хоккею. Гол 1-1. Вторая шайба «Металлурга» на нашем турнире. Исков? Исков нам показывали счастливого. Но вот выигранное вбрасывание, цена его. Это заброшенная шайба, да, судя по всему, Исков. Именно и довольный Соловьев. Здорово, 2-1, друзья. Как они воспользуются этим? Очень здорово воспользовались. И Сигарев 2-1. Ну, здесь, конечно, просто разыграли, слов нет. Красавцы. Ну что, у нас игра вроде повеселее пошла. Я же говорю, уже на 3 шайбы она веселее во втором периоде, чем в первом. Андрей Сигарев. Бросок! Ну, очень здорово же попал сейчас. Видимо, есть какой-то рецепт нахождения на льду у хоккеистов, что продолжительная смена привела... Привела к тому, что Васильченко очень здорово исполнил кистевой бросок. Практически не касался он шайбы в этом розыгрыше большинства. В основном ее разыгрывали партнеры. И тут, смотрите, передача на абсолютно открытого Васильченко. Тот очень красивый бросок влево от голкипера девятку. Стоит Казани сказать, опять же, ничего не хочу сказать плохого в адрес этих двух татарстанских клубов, но вот не первый раз приходится слышать, что у нас Сигарев булит. Сигарев мы угадали, и Сигарев не попадает. Подъепольский выходит победителем в этой краткосрочной дуэли. Так, мы называли Полищука, Лебедева и лично я Яськова еще назвал. Да, Яськов, так и есть. Номер 11, он забросил одну шайбу в этой встрече. Яськов против Налимова. Неспешно, а куда спешить, собственно говоря? Есть одна попытка, главное, шайбу не потерять. Ну и что-то мне подсказывает, что были буллиты, которые Яськов исполнял чуточку лучше, чем этот, например. Слишком такой, знаете, острый угол. Так, номер 9, Ткачев. Ткачева мы... Называли, не называли? Нет, не называли. Мы сказали, что Казаков и Саблич, а вот Ткачев. Передержал Ткачев. 0-0. Новокузнецку надо забивать сейчас. Так, кто там поехал? Константин Парфоменко. Но мы не знаем, насколько индивидуально силен этот хоккеист. Тоже 96-го года рождения, тоже 20-летний. Не юноша, но муж. А как придумал-то все, а? Ну и Налимов. Налимов лучше придумал. Да, Налимов стеной там. А поднять, наверное, уже времени больше. С Казаковым мы угадали. Мы не угадали с Сабличем. Но, в принципе, и Саблич тоже может появиться. В том случае, если сейчас ни одна команда не забьет, или обе забьют. Казаков, конечно, здорово сделал, но здесь классно сыграл. Да, Подъепольский, да. Вообще вратари в этой игре, конечно, очень много решают. Очень много. Номер 24, Иван Емец. Емец или Налимов? Налимов или Емец? Тишина. Шайбу забросил Иван Емец. Так забросил или нет? Потому что арбитр разводит руки. Разводит руки. Руки разводят в сторону, да. Здесь, похоже, каркас ворот сыграл. Мы вот видим. Да. Перекладина. Была. Так что шайбы нет. Ничего подобного. Да мы уже посмотрели. Да мы уже посмотрели. Играйте, продолжайте, ребята. Послушайте нас, господа арбитры. Ладно, видеопросмотр, там все достаточно явно. Я не думаю, что на это нужно много времени. Ведь даже наша неспециализированная камера показала, что
шайба попала в перекладину. Кстати, хочу сказать по поводу турнира, то, что организаторы, опять же, хорошо подготовили. В пятницу вечером заканчивается матч «Салават-Юлаев» «Нефтехимик», такое противостояние с татарстанской командой, а потом все по холодку вечером поедут к себе на дачу. Кстати, идеально. И попадут в пробку на любом выезде из города Уфы. Но это наша уфимская действительность, друзья. Но зато не в жаре будут в машинах сидеть. Зато не в жаре. Ну что, не засчитана шайба. Да, ну и сейчас новокузнечане начинают. Кирилл Семенов. С Полищуком мы также не угадали. Ой-ой-ой, как хорошо, Семенов! Ну что ж, все сейчас от Подъепольского зависит. Да, вот сейчас точно от Подъепольского все зависит. Лугин будет принимать. Разбег был активным, а вот дальше... А дальше Новокузнецк все-таки занимает третье место на турнире. За Кубок Республики Башкортостан по хоккею. Новокузнецкий клуб мы поздравляем, адмирал ни в коем случае не расстраивается. Ну, хотя бы потому, что это еще одна очень боевая подготовка к предстоящему уже на днях стартующему 9-му сезону континентальной хоккейной лиги.